Так, я всех приветствую на канале Актуда Лайф. Мы продолжаем прохождение GTA 3. Как мы остановились там? Бомбили что-то, да? Тут 2 минуты, помню, последние. Гранатами раскидывали тут все. Так, отдай мне тачку. Мы погнали, погнали на SJ. У нас время 10 часов. Сейчас посмотрим. Посмотрим. CJ у нас тут прям реально отсылка, наверное, к GTA Сан Андреас. И Джей, блин. Что-то я уже подзабыл, какая там миссия у нас прошлая была. В принципе, не столь важно. Ладно. Давайте на эску сначала. Там, наверное, можно в любое время квест взять. А вот на Джей вроде там какой-то надо период проехать. Определенный. Так. То есть это удивятся там, типа, такси к нам приехало, чё за хрень, а? И чё, как? Понятно. Это только в миссиях надо туда. Ладно. Берем квест очередной. Бомба на базе, часть 1. Должны брать из колумбийских ублюдков, но война с рядом сильно истощила наши ряды. На продаже спанка тратились. Внушительный капитал. Если мы пойдем на пролом, они просто размажут их по стенке. Невидимо делать спанк на корабле, к которому привязан кудрявый. Так что нам придется пораскинуть мозгами, вернее, тебе придется. Я Сальватор Леона, прошу тебя в одолжении уничтожить фабрику спанка. Личным одолжением. Если провернешь для меня это дело, станешь членом семьи и будешь иметь все, что пожелаешь. Отправляйся к лысам, тебе понадобится его помощь, чтобы взорвать корабль. Мы к лысому постоянно там уже зачистили довольно-таки. Вечно у него что-то надо взять для взрыва. В общем, такси я не буду брать. Давайте вон тачку возьмем. Обычно появляются крутые точилы. Вот эти. В принципе, мне вот эти нравятся. Точилы. Даже неплохие. Так, надо к лысому, наверное, туда на восьмерочку. Лысый, да, тут недалеко живет. Обитает. Девушка, вы смотрите, куда вы идете. До свидания. Да. У меня времени нету ждать. Охраневшая такая, блин. Проезжие части там ходят. Так, к лысому это куда? В гараж, что ли? А, вот сюда прям. Давай. Так, сейчас поболтаем с лысом. Бомба на базе, часть 2. Открывайся, лентяй. Здорово, дроган. Сальваторе мне позвонил. Для этой работенки потребуется много взрывчатки. Мне нужно 10 тысяч баксов на покрытие расходов. Ты не знаешь, я гарантирую, что каждый доллар будет. Приходи с деньгами, братан. Ну, падла, блин. Сколько, 10 или 100 тысяч? 100 тысяч. Ну что, возьмемся за дело. Взрывчатку я заложу, но вот оружие держать в руках пока еще не могу. Вот этой винтовкой ты легко подорвешь. Кого-то там. Я не успел прочитать. Угу. И чё, на это надо 100 тысяч? Держите, ну, чтобы прицеливаться с снайперской винтовки. Отлично, вот это хорошая пуха. Вот это пуха хорошая. Используйте, чтобы приблизить прицел. Садись, чувак. В общем, надо сейчас выстрелить из снайперской винтовки. Ну, блин, это понятно. Это все понятно, чему тут учить-то. Думаете, не умеем стрелять тут? Как? Да елки-моталки, куда ты, блин, прешь, а? Не видишь тут? Взрывчатка у нас тут, блин. Ой, блин. Люди, извините. Блин, на таран пошли, на таран. У меня кусок капота. И мой улетел. Блин. О, мороженица я бы взял себе еще разок. Нравится вещица. Ну, это место знакомое очень. Так, ладно, что, приезжаем сюда. Приезжаем. Дай мне позицию получше, я пойду сразу после того первого выстрела. А куда мне идти-то? На корабль, что ли? Или что, мне всех застрелить тут надо? Ребят, напишите, что делать-то, а?
Кого мне надо перестрелять тут? Этих ублюдков? А, ну да. Ну, значит, надо куда-то наверх, может, я не знаю. Куда он пошел? А, вот она что. Да, вот туда наверх, наверное. Сейчас попробуем. Потихо как-нибудь браться. Ну да, вот тут как раз это место. Бамс. Блин, это дождь странный вообще. Ну, вовремя вообще, блин, пошел. Хотя, ну вот тут он вроде неплохо смотрится. Довольно-таки неплохо. Кого мне надо застрелить-то? Начнем с этого, с красненького. Ой, я косой. Упреждение. Всем лысый убит? А в смысле, как он? Как его убили-то? А, нифига. Ладно, давайте еще раз прочитаем-то. Ну что возьмемся за дело? Перчатку я заложу, но вот оружие держать в руках еще не могу. Вот этой винтовкой ты легко подорвешь несколько чего-то там. Блин, быстро он бздит, говнюк. Ну это понятно, блин, а как лысого-то его все время будут убивать так. Кого мне надо? Может, самых первых завалить снизу там? Да. И зачем из винтовки? Я бы так их закосил. Блин, еще один умник встал тут. Да, блин. Слентяй. Снова капот вылетит сейчас. Оп. Так, чуваки. Осторожно. Может отсюда перестрелять как-нибудь или что? Займи позицию получше, и я сразу... Он пойдет после первого выстрела. А, может реально мне надо сначала нижних, потом вот этих верхних, и он типа пойдет туда, на корабль. Надо постепенно всех выносить. Позицию получше, но по-любому туда наверх, куда же еще? Блин, дебил вой, это лысый. Если что, здесь можно взять эту звезду теодную. Блин, это дождина вовремя вообще льет. Да, наверное, надо вот этих нижних благословить. Уродов. Эти куда свалили? Охренеть. Жопу. Все? Я не... А вот. Блин, лысый, куда ты пошел, а? Не видишь, там чувак стоял, блин, с пушкой. Блин, ну и квест, конечно. Не видите, еще после первого выстрела начинают все убегать там, блин, разбегаться. Хрен пойми, куда мне, что там, блин. Блять, что-то до этого, блин, дождя дебильного ничего не видно. Там погнали. Говорят, блин, говорят, типа на этих, на консолях тормозит. Ну, блин, на компе тоже, как можете заметить, бывают тормоза вылезают, блин. Ну, FPS понижается. В некоторых местах бывает такое. Так что оптимизейшн здесь просто такой улетный. Его нету. Его вообще нету оптимизейшна здесь. И да, кстати, вот. Ну, да. Это время, как я сейчас ролик записываю, вот там, по-моему, GTA вообще удалили отовсюду. На метакритике там вообще 0,8 что ли из 10 оценка. Вот. Rockstar решили вообще удалить игру и переделать, наверное. Починить там все. Исправить. Игру выпустили, в общем. Запилили, так скажем, графончик. Там некоторые нововведения, да, небольшие. Интерфейс чуть-чуть поменяли там.
Вот и это. А про баги в игре вообще позабыли просто. Ну, понятное дело, что это не сами Rockstar вроде тут все это делали. Занимались этим ремастером. Так, я могу сесть? Ладно, неважно. Не знаю, сдох, нет, сдох. Блин, я промахнулся по нему. Лысый, стой! Стой, лысый. Лысик, не беги. Там, может, еще где-то есть. Где лысый? Вот он идет. Вроде всех убил, не? А, вон еще уродец стоит. Вот еще сверху, блин, тварь. Лился с бачками, с этими. Коробками хреновыми. Все, да. Ну, взрывай, давай, там, лысый. Я в тебе верю. Да сейчас по-любому он там бомбу закинет и это, и того. Так, третья часть, что ли? О, побежал лысый. Охренеть, ну ты, блин, даешь, а? Подрывник хренов. Сейчас и без лысого останемся. Блин. Ой, он прям вообще шикарно. Я бы на его месте вообще бы в воду прыгнул бы. Аж не факт, что успел бы добежать. Все, минус корабль. Молоток лысый. Вот с третьего трая выполнили миссию, да? Оп, 15 к... 100. А, 150 косарей. Принять. Ну, можно посчитать, что сотку-то я отдал, то есть, получается, 50 косарей. Ой, чё я говно тачку взял какую-то? Я точила. Я точила. Он самая красивая, самая лучшая. Хочу себе поставить в этот гараж. Так, тут и пилюля. Ну ладно, не важно, не буду брать. Так, у нас еще есть эска. Давайте поехали на эску дальше. Поехали дальше, у нас еще есть время на следующую миссию. Блин, тормозит что-то ужасно. Игруха притормаживает. Надеюсь, в Vice City. Ну хотя и в Vice City, и в San Andreas, наверное, то же самое будет, блин. Тормозить все. Жутко. Графон у меня, ну, может, там не полностью на ультра я поставил там. Какие-то тени там, может, на средний там. Вот так вот подрегулировал. Сглаживание на фул, все на фул это. Так, вон тут еще тачка. Ну, блин, ладно, возьмем нормальную. Новенькую. Так. Последняя просьба. О, нифига себе. А вот и мой любимый частильщик. Я горжусь тобой, мой мальчик. Ты дал просраться этим прилизным хрящом. У меня осталось для тебя лишь небольшое дельце, прежде чем мы отпразднуем победу. Рядом с клубом Луиджи стоит одна машина. Внутри она забрызгана мозгами. Выбили одному парню дурь с головы. Вышло совсем неаккуратно. Отгони машину в утилизатор, прежде чем копы нагрянут. Ну, что-то в этом подобии. Я не успеваю все прочитать, поэтому я там свои фразочки вставляю. Примерные. Вот. Они очень быстро тараторят, так скажем, тараторят. Отвали. Блин, ну вот сейчас дождь смотрится просто ужасно. Вот. Обязательно в комментах напишите, как вам дождь. Как вам дождин вот этот? Ну, вообще ужас. Вот на крышу лазили, более-менее смотрелся. Да, тут а в городе прям все ужасно. Знаю, плевать охота. Так, это Мария. Автомобиль, ловушка. Приезжай на пирс к югу от моста Алахан. Так, а что тут-то? Мне надо вот эту точилу забрать, походу. А кто это за мной бегает, а? Ты что, вообще страх потерял, чувак? Беги. Такой типа, блин, повернулся и в стену башкой. Так, ладно. Вот эту изочилу мне взять. Охренеть! Задание провалено.
А, ну значит, мне сказали, типа, реально, что тачка на прокачку у нас там подстава. Это что, меня этот чувак хотел устранить этим заданием или что? Не понял. Я думал, мне там в пейджере про другую тачку вообще писали. Оказывается, про эту. Ладно. Зато узнали, что будет, если сесть в эту точилу. В принципе, с одной стороны, это понятно, что нам сюда не надо, потому что, видите, сейчас вот пейджер появится, типа сообщение в пейджере. Вот, типа, да, нам не надо сюда. Это Мария. Автомобиль ловушка. Ну, надо было, блин, сразу додуматься, но я говорю, опять же, повторюсь, GTA 3 я не проходил, и, скорее всего, эту миссию тоже не проходил. Может, несколько первых только и все. Погнали. Поэтому я не в курсах. Ай, блин, я не смотрел никаких... О, я не смотрел никаких прохождений. Ой, побежали, побежали. Минус точила моя. Не, ну взрыв, в принципе, неплохой. Так, а мне здесь, наверное, на тачке надо будет как-то гонять. Ладно, чё. Своими двумя. Слушай, если Виатори думает, что мы за его спиной, поэтому заключил с карателем сделку, заложил тебе. Я не могла до этого допустить, хуже того, что это все моя вина, потому что я сказала, сама не знаю, почему так сделала. Теперь ты мишень для мафии, но и террористы, блин, я видел слишком много убийств, слишком много крови, я... Это моя хорошая знакомая, старинный друг, ее зовут Асукой, можно доверять. Ладно, хватит болтовни, нам надо убираться отсюда, пока не причалы снова. А итальянцев выяснить отношения. Истеричных итальянцев. А, мы что, сваливаем отсюда, что ли? Лодки. В другую сторону, типа. Вы смотрите. Опа. Что-то он как-то за руль даже не держится, Клод. Смотрите, прикол. Могли бы, не знаю, доработать этот момент. Опять же. И за это 4000 они просят. Вот так вот. Ребята. Не, ну прикольно, в третьей GTA-шке даже лодочки имеются. Это неплохо. Так, наверное. Что-то она назад не умеет. Задом кататься. Давайте здесь припаркуемся. Ой, блин, ну стоп, 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 стоп. Блин, куда ты? Да уж, вот. Лодочки могли бы допилить управление. Ну давай, блин, ну... А! Почти. Ужасное управление. Опять же говорю, могли бы допилить. Что, мы в другую часть города приплыли или что? Нам с Асукой нужно кое-что обсудить, а ты пока что осмотрись. Тебе надо найти место, чтобы затаиться. Возле парка в Вильвиле есть склад, который тебе подойдет. Возвращайся ко мне, когда будешь готов. Я обсужу с тобой кое-какие дела. На-на-на. Надо было, наверное, Джей выполнять задание. Мишень для мафии разблокирована. Задание пройдено. 20 тысяч плюс. Вот, точила, смотрите, какая. Новенькая вроде как. Ну ладно, что, сразу берем квест. Да, у нас время есть опять же. Кинула нас мафия. Сайонара Сальваторе. Нам нужно кое-что прояснить, прежде чем наложить какие-то отношения. Деловые или личные. Давай выложим все карты на стол. Я Якудза. Я знаю, что ты работал на семью Сальваторе Леон. Я могу дать тебе работу от имени нашей организации, но сперва тебе придется доказать, что ты навсегда порвал с мафией. Сальваторе Леона выйдет от Луиджи примерно через 3 часа. Сейчас 30. Так, сделай так, чтобы с клуба он живым не вернулся. Ну а с Марией пока вспомним былые времена. О, Асука, у тебя здесь массажер. Это не массажер. В общем, не лесбухи, видимо. Лесбухи. Отправляйтесь в квартал красных фонарей, ждите, Сальваторе выйдет из клуба. Сальваторе выйдет Луиджи примерно в 1:30. Да вы издеваетесь, что ли? У меня там еще стоять, знаете, сколько, блин? Дать его.
Это такая же точила. Ну, точила, кстати, выглядит получше. Лучше, так скажем. Еще бы цвет поменять. Так, а куда мне? А, там, наверное, мост починили. Я теперь могу туда добираться. Да, вот это уже новый тип. Блин. Ой, меня походу сейчас тоже будут стрелять. Куда это он погнал там? Ой-ой. Так, а как мне туда добраться-то, елки-моталки? Плавать, что ли, надо купаться? Э, ты чё, вообще, что ли, там? Не трожь мою точилу. Ай, блин! Сейчас это уплыву тут. Далеко и надолго. Вон там вроде мастяра какая-то. Или мне кажется. Так, стоп, давайте карту откроем. Как карту открыть? Вот карта. Вот тут есть что-то. Мост, наверное. Вот поехали туда тогда. Чувак, ты меня стрелял, не? Извини тогда. Liberty City. О. Уже там оружие добавили какого-то крутого. Дабл. Киджан радио. Да нет, блин, извините. Блин, времени. Ой, да этот Сальваторе сейчас там, блин, приедет уже. Так, стоп, где там карта моя? Где моя карта? Мне надо в это завернуть все. Блин, я не туда поехал. Здесь денешь. О, пакет, кстати, какой-то нашел. Два пакета из та. Не знаю, буду ли я тут пакеты все искать, хрен знает. Не очень-то мне и хочется. Сальваторе сейчас, блин, да я не успею. Я не туда вообще еду, блин, походу. Я вообще не понимаю, как этой картой, блин. А, ну вот, правильно, пользуюсь картой. Вот сюда, но вот эту главную. Вот туда теперь. А Сальваторе сейчас все, выезжает там. Ой, да мне вот туда наверх надо было, блин. Да отвалите вы, дебилы. Вы упустили Сальватора. Да. Упустил. Видите, тут как бы вроде на время, а вроде и не на время, как-то, ну, миссия такая. Времени самого нет, есть только вот общее время. Ну, знаешь, как в час 30 он там будет. Ай, блин. Я пока, блин, в карте не могу разобраться. Вот мост главный, нам туда, наверное, надо попасть, блин. Или вот еще какой-то мастяра. Как-то мастяра тут. Зря только за пакетом ездил. Вот, блин, так. Так, смотрим на карту. Не надо. Мне надо назад. И на главное вот этот, блин, мост. Наверное, туда налево, скорее всего. Как бы ориентироваться как-то по карте, не знаю. Вот, вроде это мост, да. Вроде мастяра. Да. Дали бы мне вертолет какой-нибудь, был проще. Кстати, заметьте, вообще ни одного мотоцикла, ни велосипеда, ничего вообще тут нету. Но это связано, по-моему, было с тем, что там от езды на мотоциклах там погибали, короче, дети, что ли. Вот, и они не добавляли в игру мотоцикла разработчики. Решили не добавлять. Ой, елки-моталки там, смотри, там мафия. Мне кажется, меня взорвут, пока я там буду стоять, ждать его, выжидать.
Блин, FPS, видно, просел до 30 и до 20 даже. Мои-то видяха, я вообще просто в шоке. Видяха 2070 RTX. Она вообще спокойно должна потянуть даже такую игруху на изи. Пятая GTA-шка у меня летает просто. Так, Сальваторе. Ты не Сальваторе? Ты просто старик какой-то. И что мне надо сделать? Его завалить тут просто тупо или что? Вон мафия какая-то, не? Давайте мы пока наверх сгоняем, посмотрим, что там наверху. Самое интересное... О! Пакет, видимо. Ну, блин, тоже 2 из 10. Либо он из клуба здесь вылезет, либо вот оттуда, с той стороны. Уже, блин, вопрос. Где? О, вот они, мафиози. Ай, блин, вали, уродец. Вас засекли. И что теперь? Уроды, а? Гребаные. Засекли, засекли, мне-то чё? Выходит из клуба. Стоп, урод! Блин, сраный! Блин. Надо было дробовик брать. Один выстрел и нет Сальваторе. Он вообще подонок, блин, предал нас. Предал нас, говнюк. Так что вот, доверять нельзя, блин, никому. В общем, за пакетом сейчас снова, опять же, сбегаем туда. И надо, наверное, с клуба. Клуба его встречать там. Тачка на прокачку. Тачка на прокачку. Ой, старикан, прости. Так, вот он, мастяра. Все, в общем, сейчас быстрее все сделаем. Ну и, опять же, закончим серию, да. В этот раз это точно должны выполнить это задание. Да елки зеленые. О, давайте вот так, кстати, покатаемся. Опа-на. Не, кстати, прикольно. Опа-на, елки зеленые. О, я жив, я жив. Меня сейчас засекут по моей точили. Скажут, да, это вот этот безбашенный. Ой. Наталки. А чё он, кстати, возле моего дома, что ли, там тусит? Походу-то... Я бы сохранился, кстати. А я могу реально же сохраниться. Валите, блин, уроды грёбаные. Давайте мы сохранимся. Время-то еще есть? Есть. Так-с. Там до часу 30 он. Вот. Сейчас пока бамс. Машинку ставим. Я могу зайти? А я не могу зайти сохраниться. Ну ладно, пусть машина у меня там будет. Я сейчас другую возьму. Менее презентабельную, так скажем. Ну давай вот этот. Ой, мент. Так, ну, меня не затекли. Меня не затекли, мне повезло. Тут дверца открылась. Нет, пакет мы не будем брать. Давайте будем ждать этого урода, наверное. Или что, время еще? Дофига. Секси-клуб. I wanna catch you. I wanna catch you, baby. I wanna catch you. Прятанные пакеты. Меня засекли, ублюдки, снова. Ёлки-моталки. Мы ждем, в общем, этого старого. На. Отвали, урод, блин. Кто следующий? Этот старый должен отсюда вылезти. Топ-гай. Что там, есть еще? А. Уродец, а? Вылез. Все, нет его. Живых больше. Все, можно ехать, короче.
Домой сохраняться. Иди отсюда, чувак. Никто ничего не видел. Звезд нету. Город опасный, город. Ай, блин, не охраняется вообще. Видимо. Всем насрать. Мне тем более. Так, я пошел сохраняться. А вам, дорогие друзья и подписчики, с вами я прощаюсь. Всем удачи, всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки. Я кто-то. Бай-бай.